На что бы вы потратили 44 тысячи рублей? Ну, наверное, я бы их вложила в какое-то дело, дала их на благотворительность. Вот сейчас, если бы они у меня появились, я бы сразу поехала в Турцию отдыхать, я там никогда не была. На кондиционер. Я бы еще и музыку в машину поставил. Я бы купил абонемент на целый год на занятия в фитнес-клубе, допустим, или хотя бы велосипед, или что-нибудь. Я бы, наверное, на обучение детей или внуков. В год курильщик выпускает на воздух в среднем 44 тысячи рублей. Давайте лучше потратим их на спорт.